С вами Юлия Галямина, и сегодня я хочу поговорить с вами про президентские выборы. Они планируются в марте, но определиться с тем, как нам, людям, которые хотят лучшего для России, вести себя на этих выборах, надо уже сейчас. Как же нам определиться с тактикой? Я уверена, что это не должны быть кулуарные переговоры медийных оппозиционеров. Это должен быть широкий диалог всех, кто чувствует ответственность за страну.